И горчанам не нужно оформлять электронные пропуска, чтобы передвигаться по городу. Об этом еще раз заявила Наталья Комарова в рамках рабочего визита в контакт-центр горячей линии по вопросам предупреждения распространения коронавируса. Как оказалось, именно этот вопрос чаще всего волнует югорчан. Контакт-центр работает в округе с 14 апреля. За это время операторы приняли более 5000 звонков. На базе центра работают и волонтеры-медики. Добровольцы приняли от югорчан 1500 звонков. В основном они касаются доставки лекарств и продуктов. Заявки распределяют по муниципалитетам, после чего местные волонтеры развозят обратившимся все необходимое. Вы простой вопрос по сути своей, да? Есть документы введены, система цифрового уведомления. Нет документов, система не введена. Сейчас она в тестовом режиме. Здесь мы видим с вами заявки, и в зависимости от того, кто из исполнителей, какой статус каждый из них присвоен, мы можем в режиме реального времени наблюдать за текущей работой. Например, для больных мускулисцидозом мы уже доставляли из Новосибирска питание, его просто не купить.